Привет, Бьянка! Привет, я красивая фея! О, глазки забыла! Маша! Крылышки, они здесь! Фея готова лететь? Готова! Оп, лети! Николай, все, спит? Ой, уже? Да, сначала писать. Стой, игрушкам не нужно писать в туалет. Тогда в раковину. Ой, я хочу писать быстрее. Теперь вытри попу. Нет, это самочулки. Выйду. Пойдем на праздник. Я готов. Стоп, а крылышки? Крылышки? Да. Я буду эльф Николя. Готово. Полетели. Какие дети молодцы! Мама, ты не одета! Тебе нужно платье! Выбирай! С деревьями и цветами! Еще нужно украшение! Мне украшение! Вот это и это! Я эльф, блести, сверкай! Нет, тебе это не идет. А что идет? Куда идет? Это мамино украшение, а у тебя есть крылышки. Хорошо. Маша! Я здесь. Что ты для меня выбрала? Белку и цветочек. А на шею сердечко. Эй, вы готовы, капуши? Готовы, готовы. А как же туфли? У меня есть туфли. Смотрите, с серебряными розочками. С розовыми цветочками. Можно я померю золотые? Как элегантно! Ой, не так вот в этом штуке. Могу упасть. Полетели уже! Хочу мороженого! Стойте! А украшения? Серьезно? Украшения – это всегда серьезно. И красиво. Браслеты. И перстень. А это клипсы. Я хочу клипсы. Не обалдеют. Да? Штуфлик меня увидит и обалдеют. Хоу, скобу, а тут идет гости. Где мороженое? Вот оно! Какое угощение! Мы сейчас попробуем. Марта, смотри, такие же туфли.
Хочешь померить? Да. Ой, а кто это у вас пищит из-за подушки? Кто это? Это единорог. Единороги! Какие красивые клипсы! Феи, а хотите поменяться платьями? Да! Раз, два, три, кружимся! Какие вы красивые! Теперь наша вечеринка будет еще больше и веселее! Ура!